Бро, мне поддержку писать? Я не хочу в рубле. Я тоже не хочу, иди. Таксист-мигрант напал с газовым баллончиком на пассажира в Уфе. Конфликт из-за способа оплаты поездки произошел 17 сентября. Таксист брызнул пассажиру перцовым баллончиком в глаза, а после попытался отнять телефон. Произошедшее попало в обзор в камер видеонаблюдения. Водитель после прибытия в пункт назначения не завершал поездку и требовал у пассажира заплатить за услугу либо наличными, либо переводом на карту. Однако оплата была выбрана по карте в приложении, и деньги на тот момент уже сняли. Информацию об этом пассажир пытался донести до таксиста, но безуспешно. Когда терпение объяснять что-либо закончилось, парень просто вышел из автомобиля к подъезду дома. Водитель со словами о том, что не хочет никаких проблем, воспользовался перцовым баллончиком, попытался отнять мобильный телефон, а дальше, судя по видео, избил и прокатил на двери своего автомобиля.